Да, давайте камбэки позаписываем. А6. Теперь B4. Б4. B5. Ой, нет. C4. С4. C5. Вообще не обращай внимания на доску. Шах. Стоп, какой шаг? D4 на D4. Стоп, какой шаг, давай. D4. Да D4, Никит. Не, ну блин, мы играть ферзём, ты не понимаешь. Д4 пешка связана, мы не можем так пойти. А, ну да. Че ты это? Пистолет сломал систему. Он в панике от нашего мощнейшего дипа, это все. Я их выиграл, посмотри. Так, а как играть-то? Легкий. Без черт, и все там. Кстати, не знаю, что это выиграл. Практически фиксировал. Новые веяния. Тебе когда нельзя вернуть эту задницу. Через два, наверное. О боже. А, ферзь за 2, видимо, единственный ход. Еще ладья 2, правда, есть. Не, ферзь за 2. Играем надежно. Коня на c3 пора. Нет. Еще, наверное, есть компенсация, да? Потому что у нас все стоит по местам, а ферзь на 2. А еще мог хоть бы ты пойти здесь, не садил. Что Давай, делать? Что грозит? ладью изуродуем. Ты можешь отдать ладью? Правильно, логично. Зачем терпеть это? Пусть бьет. Да, мы Все должны... равно здесь. Мы рокируем, и у него там все пешки плохие, и нас лучше. У нас вообще есть слон c4 нарисовался. А, ну конь бы ты сейчас был. Ну, конь b3, слон c4. О. Что это? Конем. Там можно и слону. Слоном мы ладью заперли. В чем идея пистолета? Не знаю, он просто в шоке от нашего дебюта. Я понимаю, у меня самого бывает такая реакция от нашей игры. Кем бьем? Кого бьем? Ну вот эту давай, шашку. Через G2. И что? Ну Не да, давай знаю. вот так просто. Если ты не дергайся. У меня скоро припадок начнется. Давай вот так. Да что ты побить-то не хочешь? Не хочу, пусть стоит здесь. У нас пол комплекта. Мы же в красном. Да, только он весь по местам. Смотрите, дебют. А4, А5, А6, Б4, Да, С4. и к 15-му ходу белый абсолютно выигран. Вообще без шансов. Просто две лишних фигуры, да? Ну да. За пешку, за пешку. А это пешка. Слон H7, конь G5 не проходил, да? Ой, мат хочет дать какой выброс. Что же делать? Он хочет E4 пойти. Я вижу. Ну, мы потом умеем Е4 играть, логично же. Ну да. Да, все по белым стоит, ты видишь, кроме пешки F2, H4. Сейчас пешка 1, H5 пойдет. Сейчас исправим, да? Нет, нельзя только на D7. Ну, он хочет, он настаивает. Ну, похитрее сыграем. Пусть меняется на наших условиях. Как Что тонко. ты сейчас сказал? Я сказал, о, как тонко. Солнце 4. И... О, вот это тонко. О, как О, тонко. о, как тонко. Так, что у нас вышло? Две лишние фигуры по-прежнему ничего не изменило. Пистолет огреб. Коня надо Делать. вести. Напишут там, что у тебя оскорбительное в чат или нет. Контр-игра с пешкой опять. Контр-игра закончилась. Нет, она только лично в самом разгаре. Все, Причем... маджа, Аж... маджа. Нет, надо короля туда привести, ты не...
Да что ж такое не дает? Ладно. Давай назад два. Может, он слабо сыграл. Отстанет от него. Он согласился? Да, он явно хотел побить. И сейчас наш король пойдет. Слушай, давай пытаемся. Нет, не получится она в этой партии. Я хотел королем дать мат как-то. Здесь уже вряд ли выйдет. Нет, Только... есть одна идея. Это надо, чтобы он совсем не сопротивлялся, конечно. Ты добавишь своими. Да. Я более не нажимал туда. Да, но видишь, он сопротивляется. Он не сопротивлялся бы, это другое дело. Тут уже мат можно дать, но... Да, что-то. Идея была короля сюда привести, вот при короле на F8, потом батарейку поставить, а потом уйти королю. Ну да, это надо, чтобы соперник реально очень сильно напугал, у него не было фигур. Да. Ну, то есть такая конструкция, давай покажем. Там как-то делает ходы, мы идем сюда, но короля ходов нет по-прежнему. Идем сюда, теперь мы заряжаем и матуем. Король D7 мат. У нас какой-то из партий у нас получится королем заматовать. То есть попытки может быть с 15, но получится. Ну, попробуем. Да, всем спасибо за внимание. Интересный камбэк вышел. Да, всем